Всем добрый день. У нас потепление пришло. Вчера было практически минус 15. Сейчас минус 6. Ребята на монтаже. И оказывается, я мне делал обзор нашей легенды, которая шириной 2,5 метра. Сегодня поеду на монтаж. Сейчас делают небольшую теплицу 2,5 на 3. Недавно делали 2,5-6. Стекло плюс поликарбонат комби. В чем ее отличие от той легенды, которая есть? Сейчас немножечко расскажу. В том, что она, смотрите, какая форма пропорциональная. Мы ее не стали стены высокие делать. Стена высота 1,60 м, скат 1,50 м. То есть оптимальная такая компактная, аккуратная теплица. Прям смотрится шикарно. И высота, и рост, и ширина. Рост. Вот. Называется легенда 2,5 м. Потому что если их рядом вы поставите, у нас возможности нету. Я в следующий раз с удовольствием поставлю. Смотрите, если посмотреть, вот легенда, она просто огромная, 3М. Видите, какая огромная. А это почему приобретает? Потому что она вот такой компактный, и самое главное, классическая компоновка, то есть двухскатная теплица с прямой стеной. И ширина аккуратная, 2,5. Можно расположить две грядки, ширину прохода 60-70, чтобы было, понимаете, теплица сейчас настало такое время, что надо покупать для удовольствия, для получения урожая и для себя. То есть, какой вы хотите выбрать? Не просто там ширпотреб с рынка, чтобы там вырастил там 100 килограмм томатов, законсервировал, убрал там, съел. А именно для удовольствия, чтобы она и красивая была. Стоила своих денег. Был у нее вид презентабельный. Гарантия. То есть, качество само. И вы в ней прекрасно себя будете чувствовать, когда будете выращивать, в удовольствие получать при выращивании овощей. Вот, все, ждите дальше. Всем доброго дня еще раз. Еду на монтаж. Сегодня, как я вам говорил, собираю теплицу 2,5 на 3 легенду. Проведем прямой эфир дома минут через 15. Так что не забывайте, ждите. Скоро все покажем и расскажем. Всем добрый день. Приехали, как я вам обещал, на монтаж. Это у нас легенда. 5 на 13 футов поедет сегодня в транспортную Москву. Видите, какая огромная. Выступает из машины. Каркас у нас такой. Всем-всем добрый день. Немножко хотел показать. Вот эта вот легенда, которую я вам показывал. Это легенда 5 метров. 5,05 шириной и 12,80 длиной. Поедет в Москву. Каркас. Видите, какой огромный. Вот почему доставки-то и дорогие, и тяжелые. Потому что теплицы капитальные, большие, объемные. Они в коробочках, как многие там пишут, давайте, в коробочках продают. Все, видите, как упаковано. А теперь идем дальше. Не забываем подписываться на нас. Парни обсуждают. Сегодня потеплело резко. Минус 3, минус 4. Вчера было минус 15. Сегодня мы приехали на теплицу «Легенда». 2,5. О ней будем сегодня рассказывать. 2,5 на 3. Давно обзоров про нее не было. Михан, что в ней интересного? В теплице в этой? Че-че? Что в этой теплице интересного? Система. А, да, самое интересное. Дверь, ой, форточку сделали, заказали, чтобы открывалась вверх. Вот видите, про что я вам говорил, что можно сделать в любую сторону универсально. И на крючок она крепится. Замок двухсторонний. Чпок. Идем дальше. Вот здесь будет дверь. То есть, там, видите, забор разобрали, чтобы монтировать можно было. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Конечно, вот хозяйка, заказчики. Маленькая, да. Да. Вот снимаем фильм про теплицу. А-а-а. Нравится вам? Нравится. Так у вас еще и павильон наш стоит. Да. Еще... Еще и хлебница стоит. Тут, смотри, тут полный ассортимент. Да. Это дочка у меня. Вот она любит заниматься рассадой. Я даже люблю. Вот. Чтоб свои огурчики были у нее в этом году. Очень хорошо все было. Все правильно. Вот тут особенность дверь. Вход, то есть, со стороны участка получается. По-другому никак. Нет, осталась дверь, система подвязки. Сейчас заделаю скоро. Специально приехал снять.
Ну вот особенность форточки в дверях, в торцах, то есть где должны быть двери. И во втором будет еще система подвязки. Так вот, как я вам объяснял, видите, прямой участок. Аккуратная теплица, 1.63 у нее. Сейчас спрошу у Миши, подзабыл. Миша, стены же у нас 1.63. Миша? Да. Да, крыша 1.54, скат. Спрашивайте, все расскажем, покажем. Вот такие, такое обрамление идет. Уголок, видите, с загибом в цвет. Вот павильон, сейчас мы немножечко здесь посмотрим. Такая крыша, что снег съезжать будет, наверное. Естественно. На павильоне он лежит все равно. Ну вот он держится, да. Держится, правильно, потому что из-за формы. А здесь вот лучше крыша. Нет, он здесь из-за формы такой, он будет немножко накопился, если у вас нет форточного, и съехал аккуратно. Да, все. Так, вот. Так, мы сейчас пойдем. Вот у павильона получается стеновая форточка, как мы видим. Торцевая форточка. Комплектация. Это тоже новый павильон. Высотой уже стены 1.80 м. И с другой стороны не могу пройти. Не могу пройти. Сейчас покажу. Хорошо видно, хорошо слышно. И дверь тоже с форточкой. Замок открывается. И вот, оп, чучело даже. Вот видите, как убрано. Ферма, система подвязки. По центру, по бокам. И вот такие грядки. Видите, наши грядки даже металлические. Все аккуратненько. Осталось только дорожки. Красота, да? Идем дальше. Но я вам скажу, вот мы не можем никак избежать, но это природа. Вот видите, вот про то, что я всегда говорил, что перфолент и торцевой профиль, вот эта вся, которая грязь стекает по листу, вода, дождь, там все такое, она смывает за собой пыль, грязь, которая на листе, потому что он электростатичен. И он оказывается вот здесь перфолент, видите? И со временем вот эта часть становится черной. То есть рекомендовано, чтобы, ну, красиво было, раз в 3-4 года менять. То есть вот это все снимается, протирается, моется, перфолент новый наклеится, и торцевой профиль. Зато чистый лист. Сами соты чистые. Вот. То давайте вопросы ответим. Идем дальше. Хлебница. Вот сегодня здесь у нас прям как у нас на выставке. На работе. Вот так она открывается. Видите, как аккуратно. Тут даже запенили все. Закрывается. С другой стороны обходим. То же самое. Еще первая ручка еще так расположена, видите. Ну вот, видите, для рассады. А то у меня многие спрашивают, для чего? Я говорю, для перцев, не скажу. Для рассады. Вот так вот. Такой аккуратный парник. Тоже хлебница называется, уральский наш. Так вот. Ну что вам еще рассказать? Что вам рассказать-то еще? Дверь, конечно, рекомендовали. Надо было сделать, конечно, двухстворчатую, да, Миша, здесь? Да. Чтобы было, потому что здесь получается проем 950, и он получается широкий. Широкий проем. Леня сейчас распаковывает дверь. И получится будет размах, считайте, очень большой. А так бы можно было две стороны сделать, чтобы идеально было. И ставится, смотрите, здесь прогон другой дополнительный, видите? Вот там как у него крепление из 20 на 40, чтобы был нахлёст переходящий. И сейчас здесь закрепится дверь. Вот прямой эфир сохраню, покажу. Видите, как у нас выбирают коллекции теплиц. Раз теплица, хлебница, павильон. Все на одном участке. Я так понимаю, еще вон там готовится теплица к сносу. Все как обычно.
Цена всех пока на конструкт, теплица, павильон, хлебница. Ну, все зависит от комплектации, сами понимаете. На хлебницу, я не помню, она собранная на брусе, идет там 12 или 13 тысяч чем-то. Не могу сказать. Вы напишите в директ лучше, я вам отвечу. Павильон тоже надо считать, он зависит от комплектации. Например, в этой теплице дверь с форточкой, форточка, в другом торце форточка. Там была, видимо, система подвязки, грядки и брус. Брус, я так понимаю, заказчик делал сам, потому что это 200 на 200. Вижу. Вот. Так вот. А это вот небольшая, 2,5 на 3, потому что многие хотят разделять культуру. Данные в директ просто напишите. Подпишитесь в директ, нам напишите. Ответим с удовольствием, расскажем. Вот. Так, правильно, хлебница очень удобна. Мы ее очень долго не хотели делать, потому что было очень много минусов. Но мы ее все-таки довели до ума и сделали. Она открывается с двух сторон. Отправляем по регионам. Если там по регионам комплект, то есть железо, фурнитура и поликарбонат, средняя выходит доставка по России где-то 1500-2000. То 1200 даже до 2000 максимум было. В зависимости от количества и удаленности региона. Ух ты, что там, у меня руки уже замерзла, сейчас другую руку возьму. Прохладно, не лето все-таки. Ну, вот осталось ребятам сделать обрамление уголком торцов, натянуть систему подвязки и дверь. И с другой стороны поликарбонат с коньком. Еще где-то на час-полтора работы. Снег доставите? Ага. В мешках по почте России отправим. Легко вообще. Вот такая красота. Сниму внутри грядки. Вот видите, какие аккуратные грядки. Даже мы грядки изготавливали по 60 с каждой стороны. Здесь и проходы. Эти буквы Ш. Очень красиво, аккуратно. Да, сверху в том торце форточка торцевая. Здесь форточка стеновая. В двери форточка стеновая. Такая шикарная, аккуратная теплица. Эти снег. В чем минус павильонов? В том, что на них снег лежит. Но так как мы делаем мощную, как видите, конструкцию, мы можем, так сказать, можем давать гарантию 10 лет без ограничений по снеговой нагрузке. Холодно, да. Прохладно. Вчера было минус 15, сегодня хорошо хоть потеплело. Еще солнышко было, приехало, что-то пасмурно затянуло. Ну вот, вроде бы все. Не буду ребятам мешать. Все снял. Поедем делать кино. Михан, он вообще замерз. Он на самой. Сейчас отсюда сниму. И все. Завтра у нас монтаж двух мусорок на одном. Дом сдают. Потом стеклянная теплица. То есть сейчас каждый день монтажи такие идут. Это вот самый легкий монтаж. В ноябре самый маленький, дальше идут большие. Вот. А цену напишите в директ, какая вам конструкция нравится, нужна длина, нужна комплектация. Но это лучше всего, я вам сразу говорю, что лучше консультироваться по телефону, потому что в переписке можно не учесть многих нюансов. Например, какие форточки нужны, какие ваши предпочтения. Там много тонкостей, то есть система проветривания, например, вот. Тут, видите, клиент уже, у них есть опыт, да, павильон. Они уже знают, что, например, им хватит форточки огромной одной торцовой, форточки огромной другой торцовой и дверь. Для этой маленькой теплицы это будет вполне достаточно. Или, например, на павильоне у них получается две форточки и форточка с дверью в торце. Тоже вполне достаточно. Тут все зависит от лета. Вон. Я сейчас не могу по цене сказать, прайс надо смотреть. Директ лучше напишите. Там какой поликарбонат? Кто-то покупает просто каркас и покупает на месте поликарбонат по раскрою. То есть мы даем раскрой, какое количество нужно поликарбоната, вся фурнитура идет в комплект. И просто купить, например, поликарбонат на месте. Например, на легенду в нем вообще нормально их теплицы отправляются в комплекте с поликарбоната. Потому что они пакуются и листы режутся. А, например, на павильон уже потяжелее. Там листы идут в рулоне. И сразу же
транспортники берут кубами. То есть рулон поликарбоната в 2 куба. Плюс вес всей конструкции и объем всей конструкции. Выходит очень дорого доставка. Смотрите, какой у нас красивый тент. Белый-белый. К нам от вас снег прилетел. Это Екатеринбург. Мы в Екатеринбурге. Живем, работаем. Вот. Счастливые. Так. Я Псков, а не Урал. Да. Знаем Псков. Если сами можете, сами приехать со склада забрать. Сейчас смотрите зимние скидки, всевозможные подарки. То есть это все зависит от той теплицы, которую вы приобретете. Сейчас даже на легенды в московскую, в Москву и Питер, если вы покупаете комплект легенды от 6 метров, то доставка в Москву и Питер до филиала транспортной в подарок. В Кирове нету, но теплица наша там стоит. У нас даже подписчица заказывала 4 на 6, кажется, или 4 на 8, 2 штуки. Можете у нас в подписчиках, мы подписаны, посмотреть. В Кирове стоят. И еще много в Кирове стали. Там, в Кирове, даже я вам скажу, у меня есть телефон прораба, который ставил наши легенды. И который уже набил руку. Вот так. Вот такие вот. То есть отгрузка транспортной, а монтажники там есть. Как бы, которые сами собирали и набили руку. И готовы собирать в Кирове. Так что пишите в директ, все расскажем, покажем. Ну все, давайте на этой ноте. Парни стесняются, надо работать, то холодно, и я тоже. Вот. Всем пока. Вечером про эту теплицу закончат, ребята вышлют фотоотчеты, про эту теплицу сделаем пост, выложим, все расскажем. Ну, по идее, мне нравится больше видео рассказывать, чем фотографии. Вот проще показать, что, куда и как. Видите, какая мощная конструкция, 40 на 40 трубы, 20 на 40 и 20 на 20. Без вопросов. Отгрузим вам саму теплицу. Легко. Приезжайте в гости. Климовская, 23. В общем, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Это видео еще будет на YouTube выложено. У нас в фильмах. Пишите. Всем пока-пока. До свидания.